Уважаемые зрители, я начинаю свой репортаж из Барнаула, с бутика «Мон Плезир». Очень приятно, что этот бутик сделан... Проходите, пожалуйста. Сделан компанией барнаульской производственной. То есть они эту продукцию всю выпускают сами. Недавно. Анастасия. Анастасия Лопатина, да? Ладыгина, прошу прощения, мы недавно знакомы, поэтому я забыл. Вы занимаете должность менеджер по продажам компании «Мон Плезир», и она сейчас, Анастасия, расскажет нам о том, что представлено в этом бутике. Сразу скажу, что открыто было за год 5 бутиков, не только в Барнауле, в Новосибирске. Где еще? Кемерово. Это магазин не самый большой. Самый большой, наверное, в Новосибирске. Да, Новосибирск, там, наверное, 80 метров или 100. А здесь 30 метров. Вот, посмотрите. Смотрится магазин очень светло, не перегружено. Все развешено капсульно. Анастасия, давайте категории с этой стороны пойдем, которые представлены в вашем магазине и то, что производит ваша компания. В нашем магазине представлена категория домашней одежды и корсетные изделия, нижнее белье. Домашняя одежда и мужская, и женская. С самого начала у нас идет домашняя одежда, халаты, сорочки, майки, шорты. Из вискозы. Материал используемый вискоза и кружево. Смотрите, здесь я вижу цветовая гамма. Вот это темный, темно-синий. Вот такие элементы дизайна, они разработаны тоже в компании и могут предлагаться тем магазинам, которые будут приобретать белье, да, по их желанию. Видите, то есть такие очень вкусные. Сувениров очень красиво можно оформить нижнее белье. Да. Потом смотрим, цветовая гамма, она такая лаконичная, это все летняя коллекция, поэтому все светленькое в основном, да? И текстильные в виде трикотажа. Формы, которые представлены из нижнего белья, это формованная чашка, куша, мягкие, без формы. Это вот спейсер. Спейсеры, да. Спейсер, цена спейсера в рознице. По цене 1690. Это одна из самых дорогих моделей, наверное, да? Самый дорогой бюстгальтер. Понятно. И трусики самые дорогие, наверное, рублей 700. Рублей 700 идет даже с такими большими корректирующими эффектами. Такая форма. Высокие. Высокие, с специальной дублированной тканью сетка, которая фиксирует именно ту необходимую форму девушкам и женщинам. Значит, в рознице 2300 где-то стоит самый дорогой комплект, розничная цена. Различная форма трусиков к одному варианту бюстгальтера, что позволяет делать удобный выбор нижнего белья, такой, который хочется именно девушке. Форма открытая, слип, бразильяна, стринг. Мы прошли опять к домашней такой одежде из вискозы. Да? Ой, очень приятная на ощупь. Шоколад, беж. И шоколад, и беж. И даже брюки. Брючный комплект по струящейся ткани подходит под любую фигуру, так не прилегает и позволяет свободно двигаться дома. Угу. В комфорте. И так струится он, да? Так, я полез за ценой. Полный комплект, сейчас я вам покажу. Ценой составляет 2290. Это комплект. 2200. Комплект. И в цвет идет приблизительно все это вот корсетка. Называется персиковый. Это у нас персиковый румянец нежный.
чуть поярче это уже идет лотос. Да, нюансы такие кожи. Немножко, не знаю, передает ли... Да, видимо, может, да. И не передает, но глаз улавливает разницу, сияющий оттенок. Вот. Цвет кофе домашний, комплект с шортиками. Все идет также из вискозы на удобной посадке, средней высоты. Так, я вижу бралет. Интересный бралет. 690 рублей стоит бралет. Показывайте. Изготовлен из кружева приятного, мягкого, с замещением сеткой. Тоже все на ощупь. И трусики такие. Угу. Свет тоже интересный такой, как-то мультицвет, персик, что ли? Персик, совмещенный с черным контрастом. Да, и белый с черным. Белый. Или это не белый? Белый. Белый. Вот такие вот интересные вещи. Детали. Здесь не очень показаны, но если убрать, то видно. Декоративные. До какого размера идет размерная шкала? Размер от 70А модели самых больших до 90-95 в объеме чашечкой Е. А, Б, С, Д, Е. А, Б, С, Д, Е. Так, здесь такие примерочные у вас приятные. Переходим к такому эротическому направлению, да? Боди, сетка. Кружевная боди. Сетка кружева. Сетка. Есть в черном цвете и цвете именно мультицвет, совмещенный с персиком. Что там по цене? Цена радует. Идет 1390. Понятно. Красный. Я смотрю на экран, он немножко искажает, наверное. По крайней мере, здесь более яркий, темный, а здесь яркий. Да, на экране алый. Показываем сорочечку. Оригинальная идет спинка. Крест-накрест бретель по высоте регулируется. И в зоне бедра сеточка. Крест-накрест кружевное оформление. Понятно. И трусики. Такие оригинальные. И коробочка сразу упаковать можно. Кстати, цена 999 рублей. И 400 плюс... Ну, 1400 будем округлять. Стоит. Вот такие уже пошли цвета интересные. Василек, вискоза, халаты, сорочечки, меланж. Здесь хлопок и вискоза, наверное, да? Такие летние комплектики. Это вискоза и хлопок, шортики. Черный. И цвет у меня, если я смотрю, вижу вишневый, смотрю на экран, рубиновый. Красный. Нет, красный, ярко-алый. Вот. Но не знаю, как будет. И тоже ценовая политика очень хорошая. 1700... халат и сорочка где-то 1100, 2800 стоит комплект. Мужчин не обидели, не обделили. Мужской ассортимент в нескольких вариациях. Гриф, классика, трунк, облегающие шортики с различным дизайном. И также есть у нас бокс свободного покроя. Материал используемый хлопок, соответственно, с небольшим процентом эластана для комфорта, 5%. И есть домашняя одежда для мужчин, футболки, брюки, кальсоны, майки из хлопка. Цены вижу от 600 до 900 рублей где-то на все. Самая дорогая 999, я вижу. Вот они рядом стоят, да? Мужской и женский ассортимент. Так, здесь различного плана трусики. Отдельно от других комплектаций можно посмотреть различные цвета именно хлопка. Хлопок совмещен с кружевом и чисто хлопок. Здесь представлена форма бразилья, облегающий кружевные вставочки. И форма стринг, также слип.
Не будем заострять внимание. Всякое бывает. Да. Я пока вот покажу вот эти вот вещи, которые предлагаются компанией для украшения, а может быть кому-то подарок сделать. Такие интересные упаковки. Этот же хлопок может быть упакован одной формы, но различных расцветок. Вот такие веселые и праздничные упаковки для подарков и сувенира. Да? Любые цвета. И на кассе занимают мало места. Такие красивые упаковочки тоже. Как кусочек тортика можно упаковать. Так, что еще вижу? Пакеты из бумаги плотной. Экологически, скажем, чистые. Ну вот я думаю, получили представление о том, что на российском рынке появилась новая марка Mon Plaisir. Марка интересная, у которой наверняка будет хорошее будущее. Приглашаем на выставку на Лиджери Шоу Форум, там, где будет принимать участие в первом потоке компания. Я думаю, что будет, там вроде бы уже договорились. Фирма, я говорю, еще раз повторяю, молодая, и поэтому заинтересована в сотрудничестве с теми магазинами по всей территории нашей страны, которые захотят иметь у себя вот такой и недорогой, и привлекательный товар, который нравится наверняка вашим женщинам в городе Барнауле. Сейчас обеденное время, почему-то народу нет. Вечером идут? Самый пик будет вечером, когда после работы все ждут.